Второе творение этих же ребят уже имеет синий фильтр вместо фиолетового. Это связано с тем, что главный герой тоже сменился. И первый уровень представляет из себя туториал, в котором нас просят... Go crazy! Go stupid! Ah, go crazy! Yeah! Go stupid! Go crazy! И для этого нам даже включили God Mod, то бишь Full Бессмертие без времени действия. А также дали в руки какой-то шелестящий дрын, на шум которого даже сбегаются враги. А это означает, что перед нами первое в мире хатлайн шумящее холодное оружие. Получить урон в этом режиме мы можем только от огнестрела, который показывает нам на весь экран сердечко из Undertale. То есть наружу опять полезли мечты одного из авторов о крутом главном герое. Я прям представляю, как сидят они и мод разрабатывают. Как вдруг один из них вкидывает что-то вроде «Я хочу, чтобы главный герой был неуязвим», а ему отвечают «Ты охуела, мать, ёпты, блядь!» А тот в свою очередь «Смотри, сучий пёс, если ты, внимательно слушай то, что я тебе говорю, ещё раз так отнесёшься к своим обязанностям, я тебя умножу на ноль, ты тебе ясно или нет?» И чтобы, соответственно, остаться друзьями и не поссориться из-за какого-то мода на топ-даун-шутер, третий из них говорит. Давайте думать, блядь, подсказывайте, чё вы мозги ебёте, подскажите, как, блядь, сделать это по красоте-то, ёпта мать. Из всего этого вышел просто гениальный компромисс. Дело в том, что главный герой при достижении 20x комбо получает бессмертие на весь уровень. А при этом сама система комбо так и не была приведена в нормальный вид, и набить его по-прежнему можно, просто пиная одного бомжа. Разработчики, наверное, полагали, что если об этом нигде не написать, то это никогда не вскроется. Разводят, суки! Потому что в их мод будут играть люди, не способные набить 20x комбо. Что? Почему было нельзя сделать так, что если этот мод активен, то при срыве комбо главный герой умрет от сердечного приступа? Это бы заставило игрока задуматься над тем, стоит ли его вообще обузить. Так что, если спросить у разработчиков, бессмертный ли их главный герой, они ответят. Зависит от определения, блять. Но в своем прохождении я решил такой уязвимостью не пользоваться, чтобы хоть как-то честно было. Полазив по менюшке, я заметил, что среди разрабов зачесался какой-то лютый фанат Crystal Castles. Crystal Castles, Flynn Fly Taggart. Которому пришла гениальная идея не напрягать мозги и просто назвать уровни точь-в-точь, как называются треки, которые на них играют. Ну да, а если бы разработчик был фанатом Сектора Газа, то уровни бы, наверное, назывались «Сельский туалет», туалет и ложкой в фонет, «Бомж», «Я бычок подниму, горький дым затяну», «Ява», «Демобилизация», и «Частушки». Опа, опа, сразу пизда и жопа. Этого не может быть, промежуток должен быть. Вообще, против Crystal Castles я ничего против не имею, потому что мне одинаково не нравится абсолютно вся музыка. Именно поэтому я купил себе много дешевых наушников вместо одних нормальных. Стиль. Стиль — это все. Ну а треки эти были выбраны не просто так. Они находятся под авторским правом. Это означает, что все, кто решил записать свой летсплей и навариться на этом шедевре, будут посланы Ютубом, так как Ютуб вместо долларов дает за это мешок дыма. Бля! Но меня такие условия не напрягают, потому что за мой труд платит не Ютуб, а подписчики, ну еще Яндекс. Но подписчики гораздо больше и чаще, скажу я вам. Причем я не использую всякие сервисы, берущие себе комиссию.
Поэтому вся деньга приходит в целости и сохранности. Вот, например, по моей единой просьбе прилетела элитная сумма. Правда, неизвестно от кого, но я все равно помещу это в Google документ, где записаны все пожертвования. Есть тут и чел, который мог себя хоть 13 раз увековечить, но предпочел скромность. Есть Эльдар, который подключил автоплатеж по ходу, тем самым оформив на меня платную подписку. Как, впрочем-то, и вуманы тоже, вот. Но есть и разовые донаты, направленные на мой напряг. Одним из последних был запряг меня на просмотр цифрового цирка и его аналитику, которую я произвел на Дзене, куда вываливают то, что либо стыдно выложить на YouTube, либо не стыдно, и оно скоро появится на YouTube. Ты чё за пищевод Пушного? Чё за уральские пельмени, там сейчас интро начнется. А зрителям на Дзене скажем спасибо за бета-тест. Специально сделал такое лирическое отступление, чтобы вы забыли, о чем видео, и я мог спокойно вернуться в первую часть Make Me Real'а для исправления моих же недочетов. В прошлом ролике мной было сказано, что последний бонус на уровень не имеет скрипта захода в транспорт после зачистки. Но оказалось, что этот уровень не заканчивается из-за того, что какой-то враг просто вышел из дома и убежал в далекие края. Также я говорил, что мы обязательно рассмотрим все стили, но сам показал вам лишь три. Вакидзаси, револьвер и автомат. Четвертым же был дробовик. Если вы думали, что это все, то не думайте, за умного сойдете. Ведь я совсем ничего не сказал про деталь, которую невозможно было не заметить, но я справился. Речь, конечно, про экран смерти, который реально занимает весь экран, еще и появляется со страшным звуком. Я и в обычном-то хотлайне порой вздрагиваю, а тут еще и это. Кстати, страшный звук является лишь одним из тех звуков, добавленных авторами. Так, ну вроде все. Можно возвращаться в наш синий туман, похож на обман. Где после зачистки туториала крыша дома от таких плясок, видимо, прохудилась, из-за чего мы вынуждены наблюдать капли дождя на экране прямо как в GTA Vice City. И да, здесь после каждого уровня будет вот эта долгая заставка, причину внедрения которой я уже знаю сейчас, но тогда я думал, что она здесь для того, чтобы, видимо, дать игроку отдохнуть после столь тяжелого уровня. Прогресс этой части заключается в том, что здесь появились диалоги, хотя и в довольно непривычном виде, ведь авторам было впадлу делать полноценные катсцены. Ну или это, по их мнению, выглядело бы еще тупее, если бы диалог был видом сверху. Пока что единственное, что понятно из диалогового окна, так это то, что главного героя зовут как собаку из первого хотлайна. А также, что авторы пользуются знаменитым приемом, распространенным среди школы сериалов, где главные герои также в своем начале очухиваются где-то с болью в голове. Ай, что за... Черт. Че за хрень это была? Кенни? Майкл? Что такое? Кто? Эй! Эй, ты! А ну проснулся! Я кому сказал, встань! Ой, какая же красота. После города приехать в деревню и пожить здесь несколько дней, это просто красотища. Все, больше мне ничего не понятно. Но благо, на ютубе есть видео с субтитрами, которые мне осталось лишь прочитать. Спасибо большое автору за сэкономленное время. О боже, моя голова, где черт возьми я нахожусь? Приветствую. А? Меня зовут Гарант. Что-что? Успокойся, ты находишься в мире грез, между двумя мирами. Я в коме или что-то в этом роде? Я чувствую себя, словно нахожусь в коме. Отрицательно, мне нужна твоя помощь. Помощь? Что ж,
Мне нужна помощь в том, как выбраться отсюда. Единственный выход — это выслушать меня. Хорошо, хорошо, слушаю, мама. Не шути, в свете такой серьезной темы, и дальнейшая шутка будет строго наказана. Ладно, ладно, ты действительно соображаешь очень быстро, понимаешь? Мне нужно, чтобы ты позаботился кое о ком для меня. Реинкарнация древнего бога снов, реализатора по имени Риару. Какого хрена? Его единственная цель — стать реальным и уничтожить мир. Но сначала тебе нужно стать сильнее. Я отправлю тебя на твое первое задание. Мы скоро снова поговорим. Эй, просто... Проходя этот левел, я заметил, что главный герой иногда подает голос, когда отрывает башку очередному врагу. Но лучше бы они на озвучку позвали Вана Масса, конечно же. Голову пилой, блядь! Хорошая работа, ты хорошо справился, похоже, ты от природы такой талантливый. Я? Господи Иисусе, это что, черт возьми, было? Прошу прощения. Ничего, не важно. Вы не возражаете, если я задам вам вопрос? Напомните, как вас зовут? Гарант. Запомни это, и да, я отвечу на твой вопрос. Хорошо, этот персонаж Риару, которого я должен убить... Реинкарнация реализатора. Реализатор? Древний бог снов. Этот мир был полем битвы. Мы боролись за контроль над миром грез. После того, как наши армии сражались в бесчисленных битвах, я был тем, кто одержал победу. Простите, это какой-то чрезвычайно дрянной сон? Прекрати свои глупости, или ты будешь наказан. А, тогда продолжайте. Я пока остановлюсь. Твое следующее задание ждет тебя. Скоро мы увидимся. Хорошо. У тебя неплохо получается. Спасибо, я не знал, что во мне это есть. Можете, пожалуйста, продолжить свой рассказ? Конечно. После конфликта в мире грез все было мирно. Я искал новых рекрутов. Я нашел Риару. И оказалось, что это лучший солдат во всей армии. Тогда я еще не знал. Не знал чего. Однажды это вышло из-под контроля, и оказалось, что это реинкарнация реализатора. Это привело к резне тысячи моих солдат в армии. Оно может даже воскрешать наших мертвых солдат и заставлять их бороться за него. О, курва! Прошу прощения, какой-то убийца с реинкарнацией бога снов? Какова была их цель еще раз? Оно хочет вырваться из мира грез и уничтожить реальный мир. Да ну нахуй! Простите, сделать что? Это намного сильнее меня, я не могу убить это в одиночку. Я поймал это в ловушку бесконечного цикла, но я не могу сдерживать это вечно. Моя сила медленно угасает, и мир грез медленно разрушается. Вот тут-то ты и вступаешь в игру. Почему из всех людей именно я? Ты скоро узнаешь. Пришло время искать. Я нашел его последнее местоположение. Твое следующее задание находится там. Желаю удачи и доложи мне, когда закончишь. Отлично. Исключительная работа, оператор. Оператор? Знаешь ли, у меня есть имя. Тед, ты заслужил себе новый титул. И что это, сэндвичмейкер? Прекрати, с этого момента твой новый титул — преследователь. Преследователь? На самом деле звучит не так уж и плохо. Но все равно, я бы хотел, чтобы меня называли Тедом. И вообще, какого черта я это делаю? Разве вы не могли выбрать какого-нибудь парня из спецназа вместо меня? Ты был выбран наугад. Похоже, это твой счастливый день. Удачный день. Хых. Тихо. Оно движется очень быстро. Что? У них есть телепортация? Этот мир продолжает давать? Тебя ждет следующее задание, преследователь. Хватит нести чушь о преследователе. Меня зовут Эд. Из всего имбового арсенала выделяется последний стиль, который дает пофаниться с врагами, кидая их по комнатам. Трехочковый.
Итак, мне еще долго придется рипать безликих парней. Когда я смогу вернуться домой? Твоя сила растет и даже слишком быстро. Кых, это хорошо? Да, я успел проанализировать гораздо больше частей этого мира, но следов этого я так и не увидел. Может быть, они ушли куда-то, спрятались? Отрицательно. Однако, я обнаружил того, кто мог бы знать больше. Вау, теперь у богов, убийц и снов тоже есть друзья? Что ты хочешь, чтобы я с ними сделал? Я их по IP вычислил, бля, хочу, чтобы ты взял штурмом здание и допросил ее, понял? Ах, гребаный Христос. Что? Как это возможно? Это появилось и исчезло в считанные секунды. Я потерял местоположение этого. Ты что, проигнорируешь эту ударную волну, которую оставила она после себя? У меня голова болит. Быстро найди ассоциатора и допроси ее. Мы не можем дать ему стать еще сильнее. А у тебя не найдется лекарства какого-нибудь? После прохождения данного уровня в руках у нас появляется заскриптованный дробовик. Вот это я понимаю, допрос. Пидерал гандон, бля, Гарри Поттер, бля, ёб твою мать, я тебе, бля, ёб твою мать. Слов от тебя не было особо слышно. Да ты даже не пытался со мной поговорить, ты просто, блядь, хуйнул меня сразу же по головы. Всем молчать. О, смотрите, этот мистер всемогущий правитель. Меня зовут Гарант. Да, иди нахуй, хуй тебе надо от меня. Где оно? Ты чё, бля, подразумеваешь по словам оно? У меня нет ни ебучих денег, ничего либо еще. Боже, я истекаю кровью. Если бы я только знал, что это, бля, тв... Эй, Риару, где оно? Прекрати называть ее оно, ты, бля, столоп мамоёб. Зачем ты вообще мне нахуй о ней, блядь, начал рассказывать, ах, чёрт? Эй, я думаю, она умирает. Нет, говна, я не знаю, где она. А вы разве не приятели или что-то вроде того? Не, что-то вроде способности к телепортации. Ха, ты! Хых, я? Да, жизнь сюрреалистична. Не дай я тобой захватить тебя за яйца, хорошо? А что это должно означать? Ничего, хах, просто дай мне вздремнуть тут, быренько, да. Отлично. Мы ничего не узнали о той страшной вуман из снов, но ты заставил меня убить ее. Я потенциально совершил большую ошибку. Слушай, я больше не хочу, чтобы на моих руках была чертова кровь. Может, обо всем забудем? О, черт возьми. О, нет. Я могу это исправить. Отлично, теперь она охотится за нашими жопами. Это не имеет значения. У меня есть для тебя еще одно задание. Ты хочешь, чтобы я умер? Только честно. Может быть, поэтому она сошла с ума? Потому что ты какая-то гребаная сущность из снов, которые управляют людьми без всякой причины. Какого черта? Теперь нам определенно стоит поволноваться. Ты... Отойди от меня. Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Меня хватит. Эй, под... На этом уровне, уже как вы могли заметить, вместо стандартного интерфейса появились квакозябры, которые дают нам понять, что игра уже почти захвачена Кизару. Ты вообще есть, потому что ты вылез из моей спермы, на... Ой, то есть Риару. А вот, кстати, и единственная причина вставления долгой заставки после каждого уровня. Да, все это сделалось для того, чтобы один раз показать нам его глич-версию. Иди ты нахуй со своими буквами! Гарант, привет! Это я, преследователь, в ожидании нового домашнего задания. Приветствую. А, какого хрена? Простите мое взрывное появление. Итак, Тед, не так ли? Да, да, слушай, у меня жаль ее, окей? Гарант заставил меня сделать это, я просто хочу выбраться, окей? Я хочу домой. А, я понимаю, ты один из тех людей, кого привели сюда против их воли. Да, да, точно. Подожди, ты не собираешься убить меня, не так ли? Я хочу, чтобы ты присоединился ко мне. Следующий уровень отличается от остальных тем, что он уже зачищен, а также, что это тот самый левел из первой части ММР.
Ну, а еще здесь зачем-то твое отражение на дисплее. И дальше разработчики показали нам, что все-таки умеют в кат-сцены на игровом движке. Спасибо, что выбрал мою сторону, Тед. Добро пожаловать в группу. Кстати, подписывайтесь на мою группу тоже, пожалуйста. Группа? Я больше никого здесь не вижу. Что за дела? И еще один головняк был решен. Эти титры, которые вы видите, это всего лишь пародия на те титры из оригинального Hotline, после которых история все равно продолжается. Ведь еще есть и бонусные уровни, которые почему-то тоже содержат сюжет. А тогда почему их назвали бонусными? Потому что... Эй, проснитесь, сэр. Если вы не сядете, мне придется позвать кого-нибудь, чтобы он выпроводил вас отсюда. Че? Сэр. Где я? Сэр, это ваше последнее предупреждение. Хорошо, хорошо, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Привет. О боже, это она, спасайтесь! Успокойся, я здесь не для того, чтобы причинить тебе вред. Мисс Маргарет Осборн, пройдите в оценочную, это было для мисс Маргарет Осборн. У меня так голова болит, где я, черт возьми, нахожусь? Ты в приемной. Место, куда устраненные люди попадают после того, как, устраненные. А, да, ты же меня убила. Мне нужно было убедиться, что ты больше не опасен. Ну, знаешь, перестраховаться. Тогда почему ты здесь? Чего тебе нужно от меня? Хочу поговорить с тобой о том, что ты сделал с Гарантом. А, ну ладно, тогда это все на... Ай! Объебись от меня! Саня, блядь! Объебись от меня! Саня, ёбаный! Судя по цветовой гамме этого уровня, наш главный герой напялил на себя розовые очки. Хотя руки и трейсер... Хотя руки и трейсера пуль так и остались синими. Почему? Потому что... Я вижу. Ладно, давай поговорим. А как там еще раз Гарант называл ее? Вы это про ассоциаторшу? Да, я думаю, это она. Можешь рассказать, что произошло в тот день? Мисс Нева Зелнер, пройдите в оценочную. Это было для мисс Невы Зелнер. Черт возьми, как раз вовремя. Увидимся позже, сосунки. Конечно. Итак, в этот день Гарант сказал мне поговорить с ней. Особенность этого уровня в этом красивом ковре. Memory failed. Чё, забыл слова, что ли? И вот тогда-то и вы появились. Что случилось с Гарантом после этого? I don't know. Он сказал мне оставить его в покое и никогда не возвращаться, прежде чем лишил меня сверхспособностей. А также он отправил меня на задание умирать. Как ты это пережил? Жопой, 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 жопой! Что ж... И теперь я сижу здесь с тобой из-за всего этого. И это все? Слушай, у меня есть план, как уничтожить Гаранта. Мне нужна твоя помощь для этого. Ты пытаешься уничтожить Гаранта? Это шутка такая? Кроме того, я практически... Это еще что? Это прототип меча Гаранта, который я позаимствовала у него недавно. Теперь это твое. А, блядь! Что тут делает этот идиот? Успокойся, он заинтересован в нашем плане. Я глубоко... Пошел ты нахуй, блядь, дебил ебучий! Прибереги свои сожаления на потом. Нам нужно работать. Не так, а мы действительно делаем это? Я думаю, да. Давай сделаем это. Подожди, когда мы это начинаем? Сейчас! Сейчас мы будем заниматься сексом. Далее пошли уже настоящие бонусные уровни, названные галюнами. И в них мне понравилось играть даже больше, чем в уровне сторилайна. Да и вообще уровни из Waiting Room мне больше понравились. Возможно, из-за того, что я там мог не ограничивать себя в комбо, так как режим бога все равно бы не включился. А значит, можно не переживать, что все пройдет слишком легко.
После зачистки голенов мы уже не увидим новых диалогов, нас сразу же телепортируют в меню для выбора следующего уровня. Пройдя все голюны, мы с вами можем погрузиться в деменцию, где творится настоящее спидран безумие с выбором персонажа. Несмотря на то, что уровни для всех персонажей по структуре одинаковые, оформление этих уровней у каждого свое, и даже музыка с менюшкой. Сделано это было для подчеркивания характеров персонажей через то, как они видят мир. Итак, резюмируя, можно сделать вывод, что Эван Райт снова был прав. Ну а если спрашивать мои оценки, то у меня всего их две. Первое, потраченного времени жалко, и второе, потраченного времени не жалко. Что? Ну и тут не все так просто, потому что я контент-мейкер, и мне в любом случае потраченного времени будет не жалко, потому что я сделал видос, который кто-нибудь посмотрит. А если судить со стороны игрока, то вы точно должны быть не нубом в хатлайне, чтобы насладиться этим модом. Новичкам здесь делать нечего. I like it, Кади. За плечами у вас должны быть как минимум две части хатлайна и Хантер с побегом из карцера. Конечно, объективно у мода есть недочеты и баги, но я почему-то уверен, что избежать их было нельзя из-за основы первого хатлайна. Также меня очень порадовала работа со звуком, особенно динамические звуки при наборе комбо. Звуки выстрелов также очень сочные. Да и вообще, видно, что мод был вдохновлен именно музыкой. В любом случае, желаю авторам не обкакаться на их следующем творении. И да, я знаю про существование Дримпанка и распродажи, но эти моды слишком мелочные, чтобы делать про них видео. Также я являюсь участником Дискорд-канала, где сидят авторы, значит, этого мода, и там они выкладывают разные инсайды. Вот, например, что я успел найти. В принципе, видно, что нас снова ожидает очередная стилевая история.